Да, друзья, утро в Санта-Крус. Птички поют, электропила где-то жужжит. Как там наш лимончик? Давайте глянем. Как там наш лимончик? Он в цветочках, вы знаете? Скоро расцветет по-настоящему. Как-то он запоздало, мне кажется. У нас в Санивейле уже давно отцвели лимончики. Но стройка, друзья, не может так просто закончиться, однажды начавшись. Вот вы видите наш фронт-ярд. И тут какие-то работы происходят, продолжаются работы, которые вы видели неделю назад. Вот видите, тут землицы насыпали, смотрите. Вот каменюки врыли и натягивают сеточку от этих самых гоферов. Они же суслики. Вот видите, так они. Вот здесь. Потому что, хотя такое ощущение, что это не только вот в том месте, где будет травка. Вот тут травка. Вот это не только там. Они чем-то таким гвоздиками забивают. Вот. Видите? Так происходит эта работа. Значит, гофером, скажем, сусликом нет. Вот так бы я назвал этот сюжет.